Всем привет! Сегодня со мной базовая модель для домашней печати Epson Expression Home XP255. Бюджетный многофункционал 3 в одном. Принтер, сканер, копир. Давайте рассмотрим его поближе. Компактный, минималистичный аппарат, который сможет покрыть основные требования к печатающему устройству. Как вы видите, дисплея у него нет. Тем не менее, даже в базовой комплектации не забыли о поддержке беспроводной печати. А настроить Wi-Fi или директ-соединение на устройстве без ЖК-дисплея поможет видеоинструкция на нашем канале. Ссылочка будет в описании. После этого трудностей быть не должно. Устанавливайте на смартфон Epson iPrint и печатайте без лишних проводов. Максимальный формат печати А4. Лоток загрузки выдвигается сверху. Вмещает 100 листов офисных носителей или 20 листиков фотобумаги. Рекомендуемая плотность печати 180-190 граммов на квадратный метр. В модели реализована технология печати MicroPiezo с 4-цветной палитрой. Максимальное разрешение печати составляет 5760 на 1440 точек на дюйм. Минимальный размер чернильной капли 3 пикалитра. Печатает без полей на всех стандартных форматах. Скорость печати текстовых отпечатков в монохромном режиме составляет 8 страниц в минуту, в цветном – 4 по международному стандарту. Фото 10x15 выдаст за 38 секунд. На этом настаивает производитель, хотя для печати в наилучшем качестве этого времени явно маловато. Оптическое разрешение сканера 1200 на 2400 точек на дюйм. Это все, что можно сказать о функционале XP255. Для домашних задач этого вполне достаточно. Такая себе маленькая, но удаленькая рабочая лошадка. Хорошо работает в паре с BSNPC, оригиналом нет, и даже имеет бесчиповую прошивку. А это все, что я хотела рассказать об Epson XP255. Подписывайтесь на наш канал, заходите на оригиналом нет, мы точно знаем, какой принтер подходит именно вам. До встречи!